Врача Екатерину Илларионовну Демину хорошо знают в подмосковном городе Электросталь. А совсем недавно стало известно, что Екатерина Илларионовна и есть та самая прославленная Катюша, о которой рассказывалось на страницах газеты «Правда». Катюша. Так любовно называли в годы войны солдаты морской пехоты бесстрашную разведчицу, 16-летнюю медицинскую сестру. Вместе с ними прошла она нелегкий путь от Черного моря до Дуная. Сотни писем приходят в Электросталь. Катюше пишут незнакомые люди и верные фронтовые друзья. Мы помним тебя, Катюша, гордимся, напиши о себе. И вместе с теплыми письмами входит в дом далекое и незабываемое прошлое. В канун Дня Победы Екатерину Илларионовну пригласили в гости воины столицы. С интересом слушают ее рассказы о товарищах по оружию, о своей боевой службе.